А вы сидите и ждете, когда вам этот, который забрал у нас пенсию, который обворовал всю нашу страну, когда он вам даст 7 миллионов за убитого сына? Вы чего, девки, собрали руки в жопы и пошли забирать своих сыновей от братоубийственной войны? Вы что делаете? Вы что молчите? Как так можно, блин? Ваши кровинки сейчас убивают других кровинок. Как это можно вынести? Как это можно пережить, что твое дитё убьет кого-то только лишь потому, что им приказали? А кто приказал? Тот, кто обворовывал нас всю жизнь. Я надеюсь, что матери наши, наши женщины, бабушки, сестры, жены пойдут и заберут своих сыновей, мужей и внуков с этой братоубийственной войны. Только женщины сейчас могут вырулить эту ситуацию. И я требую ото всех, чтобы не говорили, что это русские воюют. Это воюют без родины, без флага, незнамо кто. Перемога будет за нами.